Chances, I don't care, I'm fine, I'm fancy brighter. Yeah, 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 homeboy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Yeah, yeah, homeboy, I'm telling you goodbye, I'm telling you goodbye. Утренний уход. Я еще немножко подкрасила все, можно уже отвозить Сончика в садик. Девочки, по поводу этой косметики, я вам в прошлом видео показывала, оставляла ссылку, но, по-моему, я когда вам оставляла ссылку, там уже цена выросла. То есть она была намного дешевле, не намного, на 200, что ли, рублей было дешевле. Вот, ну, в общем, смотрите, вот мне, знаете, прям очень понравились вот эти вот миниатюрки, и посмотрю, как будет дальше. Получается, я пользуюсь всего несколько дней. Вот, поэтому посмотрю, как будет дальше. Если мне подойдет, я закажу уже полноразмерный. Ну, и заказывала на Wildberries, нужно искать, конечно, ждать, когда будет скидка, потому что так получается дороговато. Все, я готова, можно ехать. Я приехала домой, смотрите, ой, какую сумку я привезла в Faberlic. Слушайте, она неподъемная. В общем, сейчас я вам все покажу. Достать в бутылочки-то детские. Вот. Я беру всегда вот такую сумку, потому что, ну, невозможно донести, тяжелая. Химию заказывала. Мишеля? Мышка? И пока не забыла, показываю вам форму. Вот это вот Faberlic, я ее заказывала, ну, не так давно, может, месяц или два назад. В общем, мне нравится, хорошо печет, не прилипает. Ну, обычная форма, да? Вот это вот форма IKEA. Просили показать разницу. Вот разница получается. Вот это вот больше, икеевская больше. Так, ну что, 5 килограмм счастья, 5 килограмм Faberlic. Мне нравится, как они пишут. Сразу можно определить, сколько, какой там будет вес. Так, ультракондиционер, 2 в 1. Беру первый раз, мне кажется, это новинка. Орхидея Кашемир, суперконцентрат на 30 стирок. Будем пробовать, не знаю, написано, что будет супер мягкость. Мне для полотенец прям необходимо. Дальше концентрированный гель, это для черного. В общем, это идет как на 3 килограмма. В этот раз все было по скидкам. Это в районе 120 рублей. Это было по скидке. Как обычно, беру для цветных. Порошок тоже был 230 рублей по скидке. Сейчас я уже стираю не так часто, потому что проблема с водой. Вот, по скидке, кстати, был не пятновыводитель, отбеливатель. Тоже, вот смотрите, когда скидка, берите, не пожалеете. Хороший. Давно я, кстати, его не брала. Пятновыводитель был без скидки. Так, дальше. Взяла средство для ванной комнаты. Прям вот просто ради интереса, потому что не пробовала. Написано, что удаляет грязь, мыльные разводы, водный камень, ржавчину, устраняет неприятные запахи. Будем смотреть. И, скорее всего, сюда нужно будет какой-то дозатор, наверное, купить, чтобы он был не такой жидкий, чтобы был расход поменьше. Повторяю, лимон. Это для унитаза. Классно, хорошо пахнет, вот который идет не лимон, не берите, а вот этот вот хороший, на первый, на второй этаж. На первом у меня есть, на второй отношу. Хороший. Для каждодневного использования прям идеально. Я каждый день утром быстренько, либо на ночь нанесла и оставила. Так, дальше. Это шампунь для Сони, для Димы. В общем, вот, это, вот такие вот шампуни мы не всегда моем голову. Очень часто я с этих шампуней делаю пены для ванны. Взяла себе гель для душа. У меня еще тот остался. Мне, кстати, хватает геля на душа для надолго. Аромат просто великолепный. Вот эта вот серия мне нравится. Шампуни, я уже говорила, все это классная серия. Мне очень нравится. Дальше гель для интимной гигиены. Беру уже не первый раз, тоже хороший. Папе нашему повторила, такой же точно взяла в прошлый раз. Этот раз не знаю, как я пользуюсь, мне хватает на месяц. Он пользуется, ему хватает на 2 недели. Так, и вот такую вот я купила, это папе моему. Я, знаете, Faberlic пользуюсь уже около 5 лет. В общем, вот такую вот всегда ему заказываю. Туалетная вода, это такая чисто мужская, хорошая туалетная вода. А вот эта помада, это для мамы. Тоже не было ее оттенка, взяла, который
Не буду я открывать, видите, он чересчур, наверное, красный. Ну, может, она кому-то подарит. Первый раз заказывала Faberlic вещи. Нет, точнее, я Соньке как-то заказывала. Себе ни разу. В общем, я вот такую заказала себе маечку. Атласную, черную. На тонких бретелечках. Знаете, вот под пиджачок или под кардиган, под джинсы, под брюки. В общем, под все такая. Она идет в черном цвете, по-моему, бордовый и белый или молочный. В общем, такая очень приятная к телу. Она не сильно длинная, не сильно короткая. Я взяла 44 размер, на меня она села вообще вот идеально. Я думала с размером, чтобы не промахнуться. Нет, села вообще прям хорошо. Фаберликом я пользуюсь уже около 5 лет. Наверное, чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше. Нет, наверное, точно даже больше 5 лет. Потому что когда родился Димка, я, по-моему, вам рассказывала. У меня свекровь заказывала, говорит, попробуй, хорошие порошки дала. Мне попробовать, действительно классно. И начала с тех времен заказывать, девчонкам заказывала. В общем, поэтому я пользуюсь. И вот эта вот туалетная вода, реально папа пользуется вот такой вот. Я ему покупаю каждый раз. Вот они не приезжали, мама покупала там у себя. Она в этот раз была по скидке, по-моему, 400 рублей. А она брала у себя по 800 рублей. То есть, ну, такая вот, в общем, хорошая, это такой, знаете, мужской аромат. Вот, это я к чему? К тому, что, вот знаете, привыкаешь к какой-то продукции, пользуешься, пользуешься, и не хочется вообще ничего менять, ничего нового пробовать. Видите, какой у меня синяк на руке? Это у меня Соня, вот так вот она все время сидит у меня на руке, и вот, ну вот, когда на руках, вот так вот все время вот мне делает, делает, в общем, надавила мне вот такой вот синяк. Я тут варю борщ, я варила вчера бульон, делала вчера зажарку. Девочки, что я могу сказать? Перебила все на блендере, как я вам показывала. Есть рецепт борща. Я вам оставлю, если хотите, внизу ссылочку в описании, на как я готовлю борщ. В общем, я все перебила через блендер. Теперь все в одном блендере. Морковку, только сначала лук, потом морковку, потом буряк. В общем, все в одной как бы этой чаше. Ничего не мыло, ничего нигде, никуда, ничего не летит. В общем, это очень удобно. Сделала зажарку, в общем, закинула капусту. Пусть она у меня варится. Такой вот густой борщик будет. Мы любим густой. Вот у нас вкусный обед. Ну что, борщ готов. Осталось буквально, сейчас он у меня кипнет, полминутки. И я выключаю. Этот раз я делаю без томатной пасты. У меня закончилась томатная паста. Вот, поэтому, в общем, еще можно выдавить чесночок. Это уже по вашему желанию. И выключать зеленушку, если вы любите. Я просто в последнее время вообще не добавляю зелень. Ну все. Очень вкусно, я уже хочу прям покушать, попробовать. Я тут занимаюсь расхламлением. Вот это вот все у меня на выкид, кроме вот этой баночки. Здесь был мед, видите, она потекла. В общем, ее нужно хорошо промыть в посудомойке. А это все выбрасываю. В общем, здесь у меня полочка. Так, это у меня всякое кухонные. Вот эти вот открывашки крышек, в общем, ложки какие-то. В общем, это все мне нужно. Вторая штука икеевская. В общем, я здесь... Это чай, сахар, это я помыла только что в посудомойке, кофемолка на видном месте, потому что я пользуюсь ей постоянно. Здесь у меня нутелла, это у меня сухие листики, это у меня здесь чай, я пересыпала в такую баночку. И это кашки. Девочки, что делать с несквиком? Посоветуйте, пожалуйста. Смотрите, у меня две пачки несквика, их дети не пьют совершенно. В общем, что можно из этого сделать? Напишите мне, потому что я уже не знаю. Так, в общем, здесь тоже я разобрала, здесь чай сложила. Какую-то мне надо баночку для чая. У меня вот эта баночка есть, но, знаете, как-то не очень удобно, что она закрыта. Ты залазишь сюда, берешь там чай вот с открытой этой коробочки. Мне кажется, так удобно. Здесь я кофе. В общем, я сразу беру целую пачку, перемалываю сюда и сюда. Хотя вы мне сказали, что кофе нужно хранить закрытой. Мы так привыкли в этой, поэтому в этой храним кружки. Все, в общем... Это заварник, масло сейчас перелью. В общем, а это у меня все будет, выкидываю в мусор. В общем, все перебрала и на мусорку. Я уже съездила за Сонькой и заскочила на рынок. Купила яблок, буду шарлотку делать, огурцы, помидоры, цветная капуста. Кто не делал по моему рецепту цветную капусту, попробуйте. Очень вкусно получается. Такая прям красивая-красивая капусточка. Сливы. Взяла такие вот колбаски.
общем, это гриль, типа гриль колбаски. Ну, я просто на сковородке их пожарю, очень удобно. Может быть, или в морозилку кину. Знаете, вот такое, когда дома лежит. Приехал быстренько, что-то приготовил и готово. И мясо взяла такое. Ну, это на бутерброды. Такой вот кусочек. И мясной орех. Что такое вот кусочек на бутерброды. Ну и все, в принципе. Хотела персика взять, но такие страшные были. В общем, не взяла. Поставила карандаши на окно, прятала от Сони. Смотрите, а здесь вот такие вот восковые, и они от солнца расплавились, и потекло все, гляньте. В общем, я все испортила, не знаю, что теперь делать с ними. Ну, какие-то нормальные, но большинство залито. Это ужас, называется, спрятала, надела себе двойную работу. В общем, переберу, что можно оставить. А кто это у нас тут? Привет, скажи. Сонька, ты поспала? Заснула в машине, так хорошо поспала. Да? Ночью кому-то не спится опять? Да? Вкусный компот? А? Еще пить? От Ниня. Да. А ты не лопнешь? Да, это Соня нашла игру. Я уже, если честно, забыла, когда мы ее покупали. Вот такую эту ходилку-бродилку. Давно я у Димчика в комнате не прибиралась. Будем играть. Будем играть? Да. А Димку будем ждать? А? Диму ждать будем? Нет. Сами будем играть? М? Мари. Не будем ждать? Ну ладно. А скажи, как меня зовут? Мама. Мама Вика? Да. А как тебя зовут? Э. Я. Ты Соня? Да. Да. Будем играть с тобой? Да. Давай. Мам. Давай. Угу. Ой, у нас капуста приготовилась. Давай, один, два, три. Сонечка, а выбери мне, пожалуйста, желтую фишку. Желтую. Желтую выбери, пожалуйста. Нет, это красная. А желтую? Молодец. Ставь на желтый кружок. Молодец. А где? Да, молодец. А где красная фишка? Да. Соня, а красную возьми, поставь на красный кружок. Нет. Ой, бросать будем? Нет. А красную фишку, Соня? Упала? Ставь. Что там? Там дядя работает. Давай проверим, что у нас там приготовилось. Готово? А ну-ка, отходим, смотрим. Ой, горячо. Давай выключаем. Выключаем, выключаем. Отходи, отходи. И смотрим. Ой, капуста готова у нас. Поджарилась немножко. Горячо, да, открываем. Вот, с сыром. Да? Молодец. Да, сейчас я достаю капусту. Идем гулять с тобой. Ой, какая красота и вкуснота. Сань, будем пробовать? Будем пробовать. Очень горячо, Сонь. Горячо. Сейчас она немножко у нас постоит. Смотрите, какой арбуз купили. Я начала его резать, он прям треснул. Без косточек, сказал.
продавец. То, что... А, будем пробовать? Да. Да. Ой, сейчас упадет. Все, сейчас будем пробовать. Димчик включил наше видео, когда Сонька еще маленькая была. Сидим, знаете, смотрим. Ребята, а у меня... Это новые вообще-то. Дима, это уже коренные. Дима, они эти уже выпали. Это уже новые. А это что тогда считается? Ничего пока не считается. Соня, тебе нравится? Соня, короче, наводит тут порядок. А, вот. Давай. Да, шатается. А так. Вот это я не знаю, как я вошла. А у нас сейчас по плану отодвинуть диван, потому что там куча игрушек. Рыбка, да. О! И... Ой, да, папа тут. Да, папа такой бородатый у нас. Так, а мы сейчас будем отодвигать диван, потому что там много игрушек и много пыли. Ну что, расхламили немножко, стало много места. В общем, у нас игрушки практически все на первом этаже, на втором там чисто Димкины. Все, и пледы укрываться, застилать. Все, с диваном покончено. Угу. Играйте. Смотрите, что будет у нас на ужин. Я размораживаю скумбрию, достала. В общем, ну как я ее делаю? Убираю голову, да, потрошу ее и просто натираю специями для рыбы. Можно положить лимончик вовнутрь и выкладываю либо на луковую подушку, либо вот просто на фольгу. И в фольге закрываю, в фольге запекаю. Очень вкусно получается, быстро и, знаете, такое вот просто. Ну, единственное, что, конечно, запах есть такой, но от скумбрии она тоже так пахнет. Ну, вкусно. Я начинаю расхламлять, все выбрасывать, дети находят новые игрушки. Получается вот такой вот водоворот, в общем, все, что мы убирали, сейчас опять такой бардак. Так, я буду на этом заканчивать, мы сейчас пойдем немножко прогуляемся с детьми. Всем желаю хороших выходных, отдохните, проводите время с семьей, сходите куда-нибудь вкусно покушайте, погуляйте. Мы увидимся с вами уже скоро, всем пока-пока!